удалось одну шайбу отыграть. Правда, моменты вот продолжают в основном возникать даже после заброшенной шайбы Магнитогорска Металлурга. О, ворот Ильи Самсонова. Тут нюанс какой ведь? Моменты все за вычетом атаки Магнитки в большинстве все были в этом матче у ЦСКА. Логично ли, что и четвертая шайба, которую мы видим в этом матче, является шайбой в исполнении армейцев? Абсолютно. То есть просто если исходить из того, что она случилась, эта шайба, ну, ЦСКА атакует. Это восьмой бросок в створ ворот для ЦСКА, как я понимаю. У Магнитки вот сколько, как ты думаешь? Считай, вот большинство или всего? Всего. Два. Не, вот ровно столько, сколько нужно, чтобы забросить. Один. Один бросок в створ у Магнитки. При этом голевой, здесь не вопрос.